Красноярцы смогут проверить свои знания о народах, проживающих в России. 3 ноября по всему краю пройдет всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Поучаствовать может любой желающий от 15 лет, независимо от гражданства и образования. Главное – владение русским языком. Все участники получат одинаковые по сложности тестовые задания из 30 вопросов, 10 из которых посвящены региональной специфике. За выполнение всех заданий можно набрать 100 баллов. Начнется этнодиктант в 14 часов на 140 площадках в городах и районах края. 43 из них в Красноярске. Мероприятие продлится 45 минут, а результаты будут известны 12 декабря. Тем, кто не сможет прийти, на сайте Большого этнографического диктанта будет дана возможность пройти онлайн-тестирование. Подробную информацию можно посмотреть на сайте акции и в официальной группе в социальных сетях. В этом году у нас увеличилось количество площадок на порядок. Если в том году было всего 12 площадок, то сейчас заявилось 145 площадок. Протестировать свои знания может каждый желающий. Это обычный уровень знаний, но он должен быть достаточно для того, чтобы помнить свою культуру, традиции и жить в добрососедстве, в мире и согласии. Ближайшие площадки – это Краевая научная библиотека, это Дом дружбы народов Красноярского края, это Гражданская ассамблея Красноярского края, это Архиерейский дом.